Друзья, всем добрый день. Мы опять на кухне кушаем. Никак не могли собраться позавтракать. То молока у нас нет, то того нет, то это не хочу. Поближе, Сов, капает. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Не сильно горячее молоко? Нормальное? Mm-hmm. Так, сели покушать. София решила сегодня покушать хлопья с молоком. Я тоже с ней поем. Только у меня подушечки. Хлопья не так люблю сильно. Так, на улице у нас какая погода, друзья? Сегодня тепло. Правда, у нас уже почти весь снег растаял. Прям чуть-чуть на улице. Так, себе. Солнышка нет. Вот такие дела. Сейчас покушаем. И София повторит русские правила. И будем собираться в школу. Да, Зая? Как дела у тебя? Как настроение? Что-то такая грустная ты? Нормально. Все хорошо? Ой-ой, как ты сладко кушаешь. Ой-ой. Так, друзья, ну мы всем желаем приятного аппетита. Вот. И всем хорошего дня. Половину. Вот. Приятного аппетита, друзья. Чё ты? Ребят, сейчас я вам объясню про вот эту вот игру. А если вы купите такую вот игру где-нибудь, или ее выиграете, тут есть такая... Ее можно выиграть? Да. Ничего себе. И вот, тут есть такая вот... Как она? Инструкция. Инструкция. А тут она вам все объяснит, что надо делать. Если что, прочитайте. Отслушай. Ты правила все выучила? Заставила ее по-русскому правила прям выучить. Сегодня, может, учительница будет спрашивать? Да, я еще буду повторять. Ну, это да, понятно. А ты про умного Петю помнишь? Или тоже нужно послушать? Опять надо послушать. Хорошо. Я тебе потом это найду в интернете. Сейчас стих. И скину тебе скрин, чтобы у тебя был в телефоне. Поняла? Чтобы ты могла открыть и посмотреть. У нас капает все, как будто дождик на улице. На улице не холодно, дочь? Нет. Обязательно, если вы играете, должны быть вот такие вот штучки. Тут должны быть вот таких вот штучек 4. Потому что мы уже приспели. Раз, два, три, четыре. Их 4 просто штучки. Это как яичница. Желток яичницы. Смотрите, такими должны быть стрелочки. Стрелочки. Чтобы да, вот это делать. Например, вот так вот, например. И вот так. Ну, я просто показываю. Вот так или вот так. Ага. Но если вот тут как-то. Мы так с мамой решили. Если тут красная, то тут будет красная. Давай, может, поиграем, Зай. Ладно. Теперь я красная. Давай, сразу там ставь стрелочки, выбирай. И вот тебе. Давай. Так, друзья, в этой игре можно также не только людей угадывать, но и животных. Где? Вот, посмотрите. Вот так вот выглядит у меня, у Софии. Вот так выглядит. И вот здесь вот они. Сейчас попробуем поиграть, находя животных. Находить животных. Сейчас попробуем. Что ты потеряла? Где-то. Кто? Ты про что имела в виду? Про стрелочки. Ну ты, наверное, только две стрелочки взяла, остальные ты... Нет, у меня три же было. Я просто одну положила, а сейчас их там нету. Ну ты даешь. Так, ну все, мы поиграли в игру. Угадали животных, угадывали животных. Вот София выбрала, значит, Милку и Микки. А я выбрала Софету... А, она уже закрыла. Я выбрала Пака и Агату. Ну, ничего, так интересно, да. Мне тоже понравилось. И животных находить интересно, и людей. Мне просто понравилось Милка и Микки мне понравилось. А я вот так вот. Ага, классно. Не, интересная игра, можно поиграть. Рокко, Зиги.
дружок. Так, друзья, сейчас я Софию включу. Послушать шарик. Опять стих. Умный Петя. Вспомним шарик. С ней. Что такое? Шарик. Шарик, ага. Черныш. Вот. Рекс. И надо Бобик. Потихонечку к школе готовиться. Тузик. Агата, пока. Ты без куртки пойдешь? Да. Ага. Все, София собралась, волосы сделали, рюкзачок собрали. А, кстати, друзья, не показала вам вчера. У нас есть команда в классе, кто участвует в олимпиадах. Вот. И мамочка, которая все это организовала, собрала группу. Вот, сделала вот такие значки для детей, кто участвует, ну, кто в этой команде. И вот София вчера принесла. Смотрите, косточка моя. А, да, кстати, прицепила ей вот такие вот любимые у нее значки. Вишенка и бандочка. Угу. На, Зай, убери, пожалуйста, что она тут лежит, вон туда поставь. Дита, одна, много. Все, готово? Собираемся? Сейчас положу рюкзак. Давай быстрей, а то опять в школу бежать будешь. У нас на улице хорошо, окошечко открыло, такой легкий ветерок, свежий. Вот говорю, сейчас можешь опоздать, она даже не боится. А? Я говорю, можешь опоздать, ты же не боишься, ждешь, когда опоздаешь, когда тебе будут... Отчитывать тебя. Софа, ты опоздала. Софа, опоздала. Чё говоришь? София пришла со школы. Пошли. Идем в магазин. Закончился у нас порошок. Не пошла одна, думала, Софии дождусь. Пошли, пошли. Идем. А, друзья, ну все, пришли с магазина, купили порошок. Сейчас буду кормить Софию, и сегодня нам нужно позаниматься. У Софии правила нужно выучить, завтра будет ее спрашивать. Вот. Как дела, София? Как в школе дела? Тоже нормально. Ну, вставай, что ты? Ну что, пойдем показывать покупочки? Покупки чек. Покупки чек. Давай. Вот там чуть-чуть купили. Так же. А, это да, София сказала, надо в пятницу прийти с колпачком. Учительница сказала? Да. Давай дальше. Это магнит косметики мы купили. Да, это я взяла порошок. Так, это я взяла... Вот эти вот на стол эти хочу убрать. Видите, что с ними уже смотрю? Открываю одну штучку. София цвет выбирала. Да. Я бежевый хотела взять. Какой я нагруженный. Ой. Ой, мне надо расправить. Ну, показывай нам. А. Ну вот, надо расправить. Ну, ты можешь расправить. Угу, все понятно. Все, пусть, пусть. Сейчас все равно будем открывать. Так, это тоже порошок. Вот и все. Да, вот и все. Все, давайте сейчас будем кушать, мы уже. Хомячит, хомячит. Поближе себе подвинь, поближе. Кушает. Вчера сварила курочку мясо, она не поела свое. Сейчас доедает. Мам, сделай мне салат, только с майонезом, хочу хлебом макать. Хорошо. Приятного аппетита, дочь. Спасибо. Спасибо, молодец. Сейчас правила по-русскому повторяла, завтра будет спрашивать. Сейчас будем английский делать. Окружайку надо и по литературе чуть-чуть заполнить. Что, уже приносят тетрадки ТПО по литературе? Приносят? Не приносит. По окружайке же учительница сказала, это после каникул. Не знаю. Все приносит.
Ясно. Так, друзья, ну тоже всем приятного аппетита, кто кушает. Например, как София очень. Мама, давай уберу ложечку. Ладно, кушай, зайника, не буду тебя отвлекать. Хорошо. Ну, сейчас София занимается уроками. Уже английский заканчивает. Так, последнее задание. Нам нужно заменить полную форму на краткие. Вот София делает карандашком, я потом у нее буду проверять. Блин, как вот это вот сделать? Подумай, посмотри на образец. Видали, какая у нее резинка? Ой, сопа, сопа. Ладно, пусть думает. Не буду ее отвлекать. Что ты написала? Первому снегу. Первому снегу. Восклицательный знак. Угу. Так, мы с Софией закончили заполнять рабочую тетрадку к литературе. Вот. Надо завтра София будет сдавать. Нет. Завтра будешь сдать. До пятницы нужно сдать. До пятницы. До пятницы. Завтра четверг. Завтра принесешь учительнице. Она проверит и все. Почему учительница задает в 30 и мы пропускаем? Ну вообще, вот этот я не знаю, там некоторые страницы нам нужно заполнить самим. Вот я не знаю, будет она завтра ругаться или нет, что у нас они не заполнены. Мы должны были их заполнять. Вот какие рассказы мы прошли, мы должны были заполнять. А мы с тобой пропустили это на каникулах или когда нужно заполнять. Вот дальше листай. Нет, нет, не в ту сторону, да. Дальше листай. Дальше, дальше, дальше. Так, вот подожди, поверни. Так, храбрый утенок, видишь? Да. Вот. Мы проходили храбрый утенок? Да. Проходили. Вы должны были заполнить. Видишь, а мы не заполнили. Вот не знаю, завтра замечание скажет тебе учительница? Нет, если скажет, скажи, на каникулах я буду заполнять, хорошо? Если скажет, на каникулах будем заполнять. Вот дальше, следующее. Крылов. Лебедь, щука, рак. Проходили? Да. Проходили. Котенок проходили. И вот надо было заполнить, видишь? Ну ничего, на каникулах все заполним. Будем по книжке смотреть, чему проходили, и все заполнять. Там немного тебе, чуть-чуть. Ничего. Все, закрывай. Страница. Да, все. Самое главное, те страницы, которые учительница сказала, мы заполнили. Все, завтра сдашь, и все. Так, слава Богу. Так, завтра русский. Просыпаешься утром и правила штрудируешь. Правила. Завтра в любом случае тебя учительница будет спрашивать, наверное, по математике и по русскому. Потому что завтра будут, наверное, оценки, я думаю, выставлять. И тебя будут спрашивать 100%. Так что готовься. Так, друзья, ну все на этом. Мы будем заканчивать наше видео. Надо уже спать ложиться, отдыхать, завтра опять вставать с новыми силами. Да. Завтра нужно еще чуть-чуть потрудиться. Ну и ждать оценки. А кому что? Софии бы выходные. Оценки ждать. Какие учительницы нам расскажут, какие у нас оценки. И когда-нибудь каникулы. Когда-нибудь. И так, друзья, пишите в комментариях, кто также ждет каникулы, как София, с нетерпением. Не, ну, ее тоже можно понять. Я хочу устала. Я хочу в бассейн. Давно мы тоже в бассейн не ходим. На этой неделе у нас контрольные самостоятельные. Мы перенесли на пятницу. Как раз в пятницу крайний у них будет день занятий. Два урока он будет и классный час новогодний. И все. И вот в пятницу пойдем в бассейн. И пойдут дети на каникулы. Так, сейчас София готовится ко сну. Софушка, давай побыстрее, пожалуйста. Давай танцы на потом оставим. Время уже, спать надо ложиться, отдыхать. Вспоминай, как ты утром сегодня просыпалась опять. Каждый вечер тебе уговариваю, София, давай спать.
Каждый вечер. А утром еле-еле глазки открываются. Спать охота. Давай, котеночек, давай, мой золотой, побыстрее. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, спокойной ночи, до завтра. До спокойной ночи.